наша жизнь словно океан. Невзирая на шторм и штиль, мы плывем будто по волнам, по намеченному пути. Есть у каждого цель впереди, каждый ищет свой ориентир. Путеводной звездой гори, веди, Фаверлик. К успеху за горизонт, туда, где солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, ведь ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаверлик, полный вперед. Наша жизнь — приключение. Не плыви по течению, задавай направления, создавай вдохновение. Будь на гребне высокой волны, словно птица над морем вали. Пусть летят твои корабли к мечте. Солнце встает, где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаверлик, полный вперед. Где самый яркий рассвет, и ты на модной волне. Победам на парусах, забыв сомнения и страх, перед тобой целый мир, и ты для всех ориентир. Плыви навстречу ветрам, веди команду к мечтам. Удача манит и ждет, Фаверлик, полный вперед. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Елена Краснова, и я рада нашей новой встрече. Сегодня мы с вами поговорим про программу снижения веса от Фаберлик. И картинку, пожалуйста. Так уж сложилось, что вопрос, что бы такого съесть, чтобы похудеть, он актуален у нас в любое время года. И если вы себя вдруг неожиданно узнали на этой картинке, значит, эта программа сегодня для вас. Конечно, этот вопрос актуален в любое время года, но особенно обостряется он весной и летом, да, когда мы достаем с антресоли из шкафов свою летнюю одежду, оголяем свои плечики, ножки и с ужасом обнаруживаем, что на нас что-то за зиму наросло лишнее. А в летней одежде, конечно же, это все очень-очень хорошо видно. И вариантов у нас, как всегда, два. Либо сходить в магазин, обновить свой гардероб на размер больше,
либо все-таки взять себя в руки и привести себя в порядок. Я сегодня буду разговаривать как раз с теми, кто решил для себя не покупать одежду на размер больше, а привести себя в порядок, стать немножко стройнее, немножко здоровее. Программа снижения веса от Faberlic была разработана, конечно же, в компании Faberlic. И очень часто у меня спрашивают: вот вы говорите про программу снижения веса, вы диетолог? Нет, мои дорогие, я не диетолог. И несмотря на свое среднее медицинское образование, все, про что я рассказываю, все, чем я делюсь, это мой опыт. Это мой опыт, и я так живу. То есть я никогда не говорю ничего, что не делаю сама. Расскажу немножко о себе. Вот сейчас вы видите такую чудесную картинку. Это я. Мне на данный момент 45 лет. И я сразу скажу, что худенькой я не была никогда. Так или иначе, на протяжении всей своей жизни я сталкивалась со всевозможными диетами, с какими-то диетологами, я сдавала тесты на пищевую непереносимость, я делала иглоукалывание, ходила на фитнес. То есть так или иначе, ну, всю жизнь как бы вот у меня была, ну, не то чтобы серьезная борьба с лишним весом, но поддержание себя в нужной форме было. Но вот буквально где-то 4 года назад я попала в руки наших врачей, у меня произошел гормональный сбой, плюс к этому, ну, конечно же, это плюшки, это печенюшки, тортики, муж, который говорил, что я ему очень нравлюсь, пухленькая, и вот результат, вот такая вот странная, даже не девушка, а женщина, которую, ну, на самом деле мне было страшно на себя смотреть в зеркало, я не влезала ни в какую свою одежду, и та фотография, вот, которая была на экране, если она сейчас есть, посмотрите, это первая коллекция одежды от Faberlic, и мы были в Волоколамске, нам ее привозили на посмотреть, и это было единственное платье, которое на меня налезло из всей привезенной коллекции, то есть у меня было, конечно же, состояние такого тихого шока. И через какое-то время после этого я открывала, ну, то есть пробовала опять же все, да, то есть я пробовала всевозможные диеты, я пробовала, одна из любимых диет моя была японская. Но это, знаете, как временный результат, то есть, ну да, вес уходил, диета заканчивалась, и все возвращалось обратно, в лучшем случае, а в худшем приводило с собой еще пару килограммчиков. И как раз к моменту, когда я открывала свой второй офис Faberlic в Москве, я поняла, что надо что-то делать, я видела в каталоге новую программу снижения веса от Faberlic, и я решила для себя, что, ну, пожалуй, надо все-таки ее попробовать. Ну, как бы уже столько всего перепробовано, что уже хуже точно не будет. Я заказала себе всю программу на неделю, чтобы понять, в принципе, смогу или нет. То есть будет результат или нет. Смогу я, в принципе, на такой еде, ну, прожить неделю, да, хотя бы. Получилось, оказалось, что смогу. Мало того, за первую неделю, даже не за неделю, а где-то дней за 5, у меня плавно убежали где-то 3-4 килограмма, и я поняла, что это та программа, которая меня на данный конкретный момент моей жизни очень-очень устраивает. Что получилось в результате? Давайте вот вторую картинку посмотрим. На этой программе я была полтора месяца. За полтора месяца у меня ушло 12 килограмм. То есть те фотографии, которые вы сейчас видите на экране, это две фотосессии, на которых я была, одна перед Новым годом, другая, ну, где-то в январе после Нового года. Это, как у нас, 2016, начало 2017 года. То есть, на программе я была, то есть это был конец лета 2016 года. То есть за эти полгода я вышла с программы, я просто придерживалась того режима питания, к которому уже привык мой организм, и вес не прибавлялся. То есть год после программы я оставалась в том же самом весе, на котором я остановилась. Но на момент начала программы это было где-то около 90 килограмм. Соответственно, на момент
окончание программы это было где-то, ну, 79 вот так килограмм. И в конце мая прошлого года, да, 2017-го, я зашла еще раз на программу, я поняла, что, ну, знаете, на самом деле ограничивать себя, то есть переводить на какие-то ограничения такие вот в пище, гораздо проще весенне-летний период, когда тепло, жарко, когда организму не нужно дополнительной энергии и само по себе не сильно хочется кушать. Поэтому в конце мая прошлого года я еще раз зашла на программу, это было еще раз на полтора месяца, и я рассталась еще с 10 килограммами. Вот на картинке сейчас вы увидите. Да, это фотография с прошлогодней ассамблеи директоров, и здесь уже мой вес чуть меньше 70 килограмм. То есть фактически я пришла к тому, ну, почти к тому весу, который я хотела. Я влезла во всю свою одежду, в которую я не могла влезть 5-6 лет. На самом деле это вот реально состояние кайфа, когда ты, ну, есть вещи какие-то любимые, да, и они висели в шкафу у меня, ждали своего момента, потому что я реально знала, что я, ну, мне этот вес был тяжело, мне в нем, он был не мой, мне в нем было некомфортно, и мне нужно было от него каким-то образом избавиться. И, соответственно, вот ощущение, когда ты влезаешь во всю ту одежду, которая там 5-6 лет висела в шкафу, но еще больший кайф, когда ты влезаешь в одежду, в которую ты была 10 лет назад. Вот это вот, ну, и ты смотришь на свое отражение в зеркале, да, и тебе на самом деле классно на себя смотреть. Вот, и, соответственно, так, чтобы не забыть мне что сказать. И смотрите, то есть вот прошел год, то есть в мае прошлого года и где-то до середины июня прошлого года я была на программе, прошел год, мой вес не изменился. То есть, да, я позволяю себе какие-то, ну, небольшие вольности, бывают какие-то праздничные застолья. Конечно же, я соблюдаю тот самый режим питания, к которому мой организм уже привык, и он по-другому питаться уже не хочет. Он уже знает свои часы, в которые ему нужно кушать. Он привык уже к 5-6-разовому питанию и небольшими порциями. И наша программа, она не диета. Наша программа просто помогает максимально комфортно перестроить свой организм, перестроить на правильный режим питания. И буквально вот 2 недели назад, следующую картинку, пожалуйста, буквально 2 недели назад в нашем чате «Стройнеем вместе», да, про который я говорила еще на прошлой нашей встрече, на данный момент в нем уже больше 1500 человек, 2 недели назад мы запустили марафон «Стройнеем вместе». При желании вы сможете его найти по хэштегу во всех соцсетях. Девочки обязательно пишут, выполняют задания марафона каждый день пишут в соцсети. И вот по прошествии 2 недель я буквально вчера попросила девочек в чате написать свои первые результаты. То есть за 2 недели 1,5, 2, 3 килограмма. У кого большой вес был, у девочек есть и 5 килограмм. То есть это то, что реально уходит, и при этом мы еще, в принципе, на саму программу еще не зашли. То есть мы убрали из рациона пока вредности, мы добавили полезности, мы перестроили свой режим питания. И уже даже вот такие мелочи, они уже дают изменения в весе. Просто нашему организму нужно кушать правильно, полюбите себя. И первый вопрос, с которого мы всегда начинаем, следующую картинку, ага. Первый вопрос, с которого мы всегда начинаем, зачем? То есть вы подошли к зеркалу, вы на себя посмотрели, вы понимаете, что у вас есть лишний вес. И первый вопрос, который вы себе задаете, а зачем? Зачем мне нужно избавляться от лишнего веса? Типа того, что, ну, все же так ходят, да, модно быть стройной, модно быть здоровой, а вот что мои дети скажут, я хочу, чтобы мои дети мной гордились, а я хочу, чтобы мой муж перестал мне говорить, что я там поправилась очень сильно. Это не те причины. Ищите основную причину в себе,
То есть как только вы поймете, зачем вам это надо, это самый главный и самый веский ваш аргумент. Это самая главная ваша мотивация. Потому что если у вас не будет вашей внутренней мотивации, все остальное не даст вам возможности полноценно перестроиться на правильный режим питания. Потому что, повторюсь еще раз, программа снижения веса от Faberlic – это не диета, это не временная мера. Мы перестраиваем свой режим питания навсегда. Просто с нашей программой это сделать комфортнее и проще. И после того, как мы ответили себе на вопрос, зачем нам это все надо, мы переходим к первому этапу, который у нас есть. И первый этап – это наш чай. И это очищение организма. Зачем? Зачем нам нужно очищать свой организм перед началом программы? Сейчас я буду говорить не очень приятные вещи, но тем не менее сказать их нужно. Если вы едите, лучше еду отставьте. Давайте задумаемся, да, то есть мы живем свою жизнь, и в течение своей жизни, то есть если мы набрали лишний вес, это значит, что процентов на 90 мы питаемся неправильно. И все вот это безобразие, это белый хлеб, да, который клейковина, в котором содержится, это все оседает на стенках кишечника. На них налипает еще много-много всякого безобразия. И вот это вот все толстым слоем покрывает стенки нашего кишечника. Что происходит дальше? Когда мы так или иначе начинаем себя в чем-то ограничивать, да, а программа все равно подразумевает, что мы сокращаем свой рацион, то есть мы даем организму меньше того количества, к которому он привык. И организм по привычке начинает вытягивать питательные вещества из кишечника. А что он вытягивает? То, что наприлипало нам на стенки. Ничего хорошего из этого не получается. То есть это может быть и интоксикация организма, и ощущение, близкое по своему к отравлению даже, потому что на самом деле вот это все безобразие ваш организм пытается втянуть обратно в себя. Поэтому прежде чем вы вводите какие-то изменения в свой рацион, какие-то ограничения в свой рацион, мы начинаем всегда с очищения организма. Для того, чтобы дальше из минимального количества еды наш организм мог получить максимальное количество полезных и питательных веществ. Слава Богу, у нас есть замечательный чай, травяной сбор, чистота и легкость в теле. Это у нас обновленная линейка Доброго Знахаря. Да? Вы все помните, что у нас была линейка Добрый Знахарь, в котором было три чая, 45-й, 43-й, 47-й. Так вот, фактически вот этот чай, травяной сбор, он собрал в себе максимальный эффект от всех вот этих трех чаев. Вот, давайте посмотрим, что у нас входит в состав. Это трава алтея, побеги ежевики, кора крушины, трава мяты, пижма, побеги омелы, трава репешка, кукурузные рыльца, трава хвоща полевого. И наш чай воздействует не только на кишечник, мягко его очищая, но и на почки, и на печень, и на весь организм в целом. Плюс ко всему, чем наш чай отличается от того, что обычно продается в аптеке? Наш чай не слабительное. Это не небесные ласточки, да, которые у нас в аптеке продаются. Наш чай – это мягкое очищение всего-всего организма. За счет своего замечательного состава, вот смотрите, да, трава алтея, она обладает и противовоспалительным действием, и обволакивающим, и смягчающим. Побеги ежевики, много дубильных веществ. Кора крушина, она обладает очищающим действием, она улучшает перистальтику кишечника. Но кроме этого, она еще обладает противопаразитарным действием. Пижма, мы все прекрасно знаем, что пижма всегда помогает нашей печени. Кукурузные рыльца и трава хвоща, они всегда помогают нашим почкам. Поэтому здесь вот этот изумительный состав,
на самом деле воздействует на весь организм в целом. Если мы берем за основу очищения наш чай, на курс нам нужно будет 6 пачек этого чая. Как мы его пьем? Первые 3 дня мы завариваем его вечером, как чай. Дальше и утром, и вечером. Если вы начинаете пить чай наш перед программой снижения веса, перед тем, как перейти на программу, хотя бы 2 недели вы просто пьете чай и постепенно перестраиваете свой режим питания. Потом уже подключаете основную программу. То есть 2 недели вы просто пьете чай, оставляя фактически все то же самое в своем рационе, только его немножко меняя. Сейчас расскажу как. И потом, через 2 недели, когда уже чай начал воздействие на наш организм, когда уже начал свое очищающее воздействие, после этого уже вы переходите на саму программу. Итак, соблюдаем режим питания. Что у нас, каким образом мы перестраиваем свой режим? У нас 5 или 6 приемов пищи небольшими количествами. То есть это завтрак-перекус, обед-перекус, ужин, и если есть необходимость вечером, то тоже перекус. Соблюдаем питьевой режим. Мы обязательно выпиваем 1-2 стакана воды утром натощак. И дальше в течение всего дня мы пьем воду из расчета 30-40 мл на 1 кг веса. Летом в жару мы, конечно же, это количество жидкости увеличиваем. Про размер порции. То есть смотрите, размер порции в основные приемы пищи, это завтрак, обед, ужин, это вот наши 2 сложенные ладошки. То есть вот вы должны съедать вот такое количество еды, не больше. Соответственно, когда у вас перекус, то это количество еще немножко меньше. Так, следующая у нас картиночка, и мы переходим плавно к самой программе. У нас с вами в программе снижения веса есть 3 основные программы. Это программа перезагрузка, программа ускорения и программа разгрузочный день. Для кого? Для кого и для чего? Разгрузочный день подойдет тем, кто в принципе доволен своим весом, и ему нужно либо 1-2 килограмма там лишних случайно прилипли, что в принципе для нас, девочек, нормально. И в случае, если мы просто поддерживаем свою фигуру, 1-2 раза в неделю устраивать разгрузочный день очень-очень полезно. Программа перезагрузка. Программа перезагрузка подходит для тех, кто хочет долговременного эффекта, кто готов плавно менять свои привычки питания, кто хочет постепенно корректировать свой вес. При этом курс на перезагрузку именно вот самой программы от 1 месяца, ну и до того результата, который вы хотите получить. И третья наша программа, программа ускорения. Это программа для тех, кому нужно быстро, сразу и вчера. Это моя любимая программа, и оба раза я была на ней, потому что мне проще, то есть для меня комфортнее получить максимально быстрый результат и потом его просто поддерживать. Итак, эта программа подходит для тех, кто хочет получить быстрый результат и готов очень активно над собой работать. Идет быстрая коррекция веса, потому что у нас будет минимальное количество калорий в неделю. При этом эта программа не рекомендуется больше 3-4 недель. То есть вы можете на ней 3-4 недели побыть, а потом плавно перейти на программу перезагрузка. Что еще мы делаем перед тем, как перейти на саму программу? То есть вот в процессе очищения организма, да, изменения своего. То есть смотрите, если вы нашли свою причину, зачем оно вам надо, если вы начали уже процесс очищения, вы параллельно начинаете перестраивать свой режим питания, то есть вы уменьшаете размер порций в основные приемы пищи и добавляете перекусы. Плюс к этому вы убираете из своего рациона максимально сахар. Мы говорили про это в прошлый раз, на прошлой нашей встрече.
что сахар это вред, и мы максимально его из своего рациона убираем. Следующее, что мы убираем из рациона хлеб магазинный, покупной, дрожжевой. Он нам абсолютно не нужен. Если вам по каким-то причинам некомфортно без хлеба, пожалуйста, есть хлебцы, пожалуйста, есть бездрожжевой цельнозерновой хлеб. Только в таком варианте вы можете себе позволить 1-2 кусочка в день. Сахар, да, сахар мы тоже можем заменить, мы можем, если очень сильно хочется сладкого, можем заменить, например, чайной ложечкой меда, мы можем с удовольствием съесть наши батончики протеиновые, я про них еще буду дальше говорить. И дальше мы с вами переходим уже к разбору самой программы. Картинку, пожалуйста. То есть вот смотрите, вот у нас идет программа перезагрузка, у нас идет программа разгрузочный день, а программа ускорения, она чередует программу перезагрузку и программу разгрузочный день. То есть у нас один день идет из перезагрузки, один день разгрузочный. Непросто, особенно первую неделю, поэтому я всегда девочкам своим советую, для тех, кто идет на ускорение, все-таки первую неделю сначала побыть на программе перезагрузки, чтобы дать возможность нашему организму привыкнуть к этому, потому что сразу дать ему еще и разгрузочный день, это все-таки тяжеловато, не все выдерживают. Хотя, я выдержала, значит, это в принципе возможно. Здесь всегда рассчитывайте на свои силы, на, как у нас говорят, да, сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот если у вас есть сила воли, то можете, конечно, сразу полностью переходить на программу ускорения. И давайте будем уже разбирать саму программу. Картинку, пожалуйста. Итак, завтрак. Завтрак у нас начинается с каши. Каша нам нужна, каша – это медленные углеводы, она очень полезна. И я настоятельно рекомендую использовать, конечно же, полностью всю продукцию из компании Faberlic, потому что здесь удобно уже готовые порции. То есть взял с собой пакетик и не заморачивайся, что тебе нужно с собой там еще брать. На завтрак у нас идет каша любая на выбор и любой из горячих напитков. Это может быть кофе, какао. Любой вариант. Дальше, после завтрака, через 2,5 часа в среднем, у нас с вами первый перекус. В перекус мы используем, либо это может быть белковый коктейль, либо это может быть кисель, либо это может быть овсяный напиток. Причем обращаю внимание, что каши, что наши напитки, особенно вот кисели, белковые коктейли, овсяные напитки, они все немножко сладковатые. Поэтому, в принципе, в течение дня наш организм получает нужное количество сладкого, и не возникает такого вот бешеного желания, да, я хочу сладкого, прям дайте мне вот быстро, сразу и вчера. Следующий наш прием пищи – это обед. И на обед мы съедаем суп, любой, на выбор, какой нам больше нравится. После обеда у нас опять перекус. То же самое, это могут быть коктейли, это могут быть кисели, это может быть еще и какао, это может быть овсяный напиток. Здесь вы выбираете тот вариант, который вам вкуснее. И следующий прием пищи, это у нас ужин. И здесь уже, как я говорю, ни в чем себе не отказывайте. Хотите кашу, хотите суп, вот на что вы посмотрели, что вам захотелось, то, собственно, вы используете вечером на ужин. И, соответственно, если после ужина у вас достаточно большой промежуток времени до сна и возникает чувство голода, то, конечно же, вы используете еще один перекус, и вы точно так же можете использовать и кисели, и какао, и овсяный напиток, и белковые коктейли. Самое главное, что есть в нашей программе, мы не испытываем чувство голода, ни в коем случае. То есть мы не должны быть голодными. К сожалению, когда и я с этим столкнулась сама, то есть, как всегда, я делюсь своим опытом и своими ощущениями, когда у нас большой вес,
в 90% случаев у нас очень растянутый желудок. И первое время вот чувство голода, оно не проходит от одной порции еды. Поэтому, например, вы съели суп на обед, и вы понимаете, что вы просто не наелись. Дайте своему организму 20 минут, потому что в течение 20 минут наш организм, наш мозг получает сигнал о том, что он покушал. Если через 20 минут у вас осталось чувство голода, съешьте еще что-то. Съешьте все, что угодно, но из программы. Хотите еще один суп, хотите кашу там, или киселем запейте. То есть все, что угодно, но только в пределах самой программы. То же самое завтрак и ужин. То есть если вы чувствуете голод, обязательно съешьте что-то. То есть не нужно его терпеть, не нужно насиловать свой организм. Давайте вспомним механизм работы нашего организма. Когда мы морим себя голодом, наш организм, все, что дальше приходит к нам в желудок, начинает откладывать в запасы на случай следующего сильного голода. Поэтому, когда мы даем организму еду, то есть каждые 2-2,5 часа, мы не успеваем еще проголодаться, но мы уже даем следующий прием пищи. Возникает обратная реакция нашего организма, да, он понимает, что его кормят, он не голодает и, соответственно, может себе позволить уже избавляться от тех запасов, которые он откладывал. Поэтому самое-самое главное в течение нашей программы – не испытывать чувство голода. Это относится ко всем дням в программе перезагрузки, в программе ускорения, если вы на дне перезагрузки, кроме разгрузочного дня. Да, в течение разгрузочного дня вы едите только то, что в него положено. И в течение разгрузочного дня вы можете чувствовать голод. Мы его запиваем водичкой, увеличиваем количество воды и даем возможность организму перестроиться максимально быстро. Итак, разгрузочный день. Это может быть наш разгрузочный день от Faberlic. Это коктейли «Завтрак, обед, ужин». И они у нас идут в момент основного приема пищи. И в качестве перекуса у нас идет кофе или какао. Смотрите, когда вы принимаете для себя решение, что вы хотите зайти на программу, что я еще хочу посоветовать? Закажите себе еду Faberlic по одному пакетику всего, что у нас есть, ну, на данный момент на складе. Просто попробуйте. У нас абсолютно разные организмы. То есть я, например, могу, мне вкусно все, кроме ризотто. Ризотто я могу есть только вне программы, очень вкусно с майонезом. Есть девочки, которые не могут есть льняные каши, да? Есть те, для кого ризотто – это вообще самая вкусная еда Faberlic. Поэтому точно так же абсолютно разная реакция на разгрузочный день. То есть здесь всегда сначала попробуйте и понимайте, что вы можете, потому что программа не должна у вас вызывать дискомфорт. То есть не нужно пихать в себя то, что вам невкусно. Еда должна доставлять удовольствие. Если по каким-то причинам вы не можете взять разгрузочный день от Faberlic, используйте абсолютно любой другой. Вариантов разгрузочных дней огромное количество. Из них, наверное, вот у меня было 4 любимых разгрузочных дня, которые я использовала на протяжении своей жизни, и периодически я их использую тоже. Это, ну, первый, самый, наверное, такой популярный, это литр кефира мы делим на 5 приемов пищи, да, в течение дня. Это яблоки, разгрузочный день на яблоках. Сейчас вот сезон летний начинается, шикарный разгрузочный день на огурцах. Особенно у кого они свои, вообще красота. Причем огурцы можно есть без ограничений, вот сколько в вас влезает. Они практически не калорийные вообще. И еще один разгрузочный день, который я тоже любила, это зеленый чай с молоком. В интернете можно найти огромное количество разгрузочных дней. Просто помните о том, что вы соблюдаете правила разгрузочного дня. В разгрузочный день можно только то и только то количество, которое на этот разгрузочный день рассчитано.
То есть, если вы на разгрузке, вы не можете добавить кашу. Если, вы, допустим, у вас разгрузочный день на кефире, вы не можете суп туда добавить или там кисель. То есть вы конкретно едите там вот то, что вам положено по разгрузочному дню, и, соответственно, обязательно пьете воду. Вот, поэтому с разгрузочным днем, я надеюсь, все понятно. Используйте тот вариант, который для вас максимально удобен и комфортен. Дальше, когда мы находимся на программе перезагрузка, это относится только к программе перезагрузка. Мы с вами можем один прием пищи, либо обед, либо ужин, заменить на правильный. То есть это может быть правильный обед или правильный ужин. Что это такое? Это у нас кусок белка и кусок клетчатки. Помним про размер порции. То есть это все равно должно быть вот именно вот это количество, наши ладошки сложенные. То есть какие могут быть варианты? Да? Ну, например, кусок мяса, да, и овощи отварные. Это может быть, например, творог и яблоко. Это может быть кусочек рыбки и овощной салат. Пожалуйста, но помните о том, что майонез мы тоже не едим. Это жуткая бяка. Мы можем заправлять салат растительным маслом. Лучше всего и вообще идеальный вариант для заправки салата, когда мы находимся на программе, это обезжиренный йогурт. Это сказочный вкус. Причем вот даже прям посоветую, мне очень нравится греческий йогурт. Он по вкусу средний между обычным йогуртом и сметаной, то есть он не такой кислый, но при этом вот очень не такой жирный, как сметана. Поэтому используйте, вы можете использовать в программе перезагрузка один прием пищи как правильный. Так, про разгрузочные дни я вот проговорила, картиночку нам покажите еще, пожалуйста. Да, то есть вот вы можете использовать вот такие разгрузочные дни на замену. И таким образом, когда вы выбираете программу, вы это все понимаете и плавно на нее переходите. То есть я еще раз повторюсь, то есть прежде чем мы заходим на программу, минимум 2 недели мы пьем наш чай. Минимум 2 недели. В течение этих 2 недель мы начинаем перестраивать свой рацион питания на 5-6-разовое, небольшими порциями. Мы убираем сладкое, мы убираем мучное, мы убираем дрожжевой хлеб. И добавляем нужное количество воды. То есть, еще раз напомню, формула, по которой мы рассчитываем количество воды, это 30-40 мл на 1 кг веса. И дальше мы с вами будем говорить уже про помощников, потому что когда я первый раз вошла в программу, да, этих помощников еще не было. Если бы они были, конечно, мне было бы гораздо проще, гораздо комфортней, чем вот тогда. Но, тем не менее, мы переходим к нашим помощникам. Картиночку, пожалуйста. И первые наши помощники, это, конечно же, программа Slim. И у нас с вами их 4. Да? Мы с вами будем говорить про линейку Slim. Следующую нашу встречу более подробно мы разберем уже их и состав, и как лучше пить. Пока что я про них просто проговариваю. Да? Это у нас гидрайн очищение, это у нас метап ускорение, это у нас контроль лесвит и долгожданная наша новинка в серии ускорений, это блокатор калорий. Что они делают? Для тех, кто любит сладкое, для сладкоежек, контроль — это ваше все. Он снижает тягу к сладкому. Работает реально, то есть фактически уже в первый день приема, да, уже уменьшается желание чего-то сладенького. Гидрайн очищение. В отличие от чая, эта добавка, она направлена на выведение лишней жидкости из организма.
Так. Метап-ускорение – это ускорение метаболизма, ускорение обменных процессов. Мы все прекрасно знаем, да, что у нас с возрастом обменные процессы замедляются, поэтому чем старше мы становимся, тем более необходим нам эта добавка. И четвертое – это, конечно, блокатор калорий, которым уменьшает калорийность того, собственно, что мы едим. В случае, если нам, как это, хочу сладкого, не могу, и это самый любимый, наверное, мой продукт из программы, да, это наши батончики протеиновые, они сладкие, один у нас со вкусом кокоса, это мой любимый вкус, да, и второй у нас со вкусом шоколада. Когда мы их можем использовать? Мы можем их использовать как перекус. Вкусно, питательно, калорий немного. Особенно, то есть вот на самом деле, если вам сильно-сильно хочется сладкого, съешьте батончик. То есть он вот снимает, снижает тягу к сладкому, он перебивает ее за счет того, что он очень сладкий. То есть да, это перекус. В состав у нас входит молочная сыворотка, соевый белок, сывороточный белок и витамины. И плюс к этому он еще надолго удаляет чувство голода. Поэтому если, например, вы куда-то поехали, вам куда-то надо, и вы не уверены, будет ли у вас возможность в течение вот этой поездки где-то вот, ну, полноценно покушать, да, особенно учитывая, если вы на программе, возьмите с собой батончики. То есть, в принципе, 1-2 приема пищи вы ими можете заменить, и это удобно, и это комфортно брать с собой. И всегда, конечно, мы с вами поговорили про помощь нашему организму в избавлении от лишних килограмм изнутри. Но будем помнить о том, что максимальный результат всегда дает нам комплексный подход. И мы с вами дальше будем говорить про помощников, которые уменьшают наши объемы снаружи, помогают нам. Первый – это у нас патч для похудения. У нас их два. Один для области живота, другой для проблемных мест. В составе растительные экстракты, которые улучшают кровообращение, выводят токсины, расщепляют жир и улучшают эластичность кожи. Второй у нас помощник – это активная сыворотка для коррекции фигуры. Я, кстати, ее попробовала, уже мне понравилось. Она способствует уменьшению объемов, оказывает антицеллюлитное действие, нормализует обменные процессы, и при этом она очень быстро впитывает и не оставляет липких следов на коже. И третий наш помощник, самый вкусный, один из моих самых любимых – это шоколадное обертывание из линейки Дары Майя в серии СПА. Вкус такой, у него такой аромат, что хочется просто взять ложку и его съесть. Но есть мы его не будем, мы будем наносить его на свое тело, на проблемные места, и сверху мы обматываемся пленкой. И 20-30 минут мы с этим обертыванием можем походить, если есть возможность полежать. Что делает? Стимулируются обменные процессы, восстанавливается тонус и упругость кожи, а нам это нужно, потому что когда вес начинает уходить, особенно если его много, а кожа с возрастом у нас теряет эластичность, и чтобы предотвратить вот это вот, ну, обвисание кожи, конечно же, нам нужно повышать ее упругость. Ну и, конечно же, он и омолаживает, и глубоко питает. Ну и аромат какао, аромат шоколада, это вот потрясающее вот это вот ощущение. И запах вкусности, и, конечно же, это бодрость и радость на весь, просто на весь день. Давайте посмотрим, что еще нам может помочь. Каких еще помощников мы можем найти в нашей компании. И это, конечно же, крововарская соль. Зачем она нам нужна? Она благотворно влияет на пищеварительную систему. Мы можем использовать ее и для внутреннего применения, да, и также для наружного.
Ванны с кроваварской солью обладают выраженным косметическим эффектом. Кожа становится бархатной, улучшается и сон, и аппетит, и очень рекомендуется, особенно при физических перенапряжениях. Ну а поскольку у нас есть ограничения в питании, да, то есть для нас это все равно так или иначе какой-то стресс, то ванна с кроваварской солью – это просто мечта. Кроме этого, мы можем использовать кроваварскую соль еще и как минеральную воду. Мы можем принимать ее за полчаса до еды, то есть это где-то пол чайной ложки кроваварской соли на литр воды, и мы ее в три приема по стаканчику где-то выпиваем перед основными приемами пищи. Будет тоже способствовать нашим обменным процессам. Вот у нас кроваварская соль, да, вот она у меня стоит. И второй наш помощник тоже для воды, это коралловый кальций, минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды. Я пью коралловый кальций постоянно, то есть у меня дома стоит кувшин с водой, я из фильтра наливаю, переливаю в кувшин и добавляю туда одно из маленьких саше. Здесь в упаковочке у нас 12 саше, каждое саше рассчитано на 1,5 литра воды. Эту воду можно и просто пить, и использовать ее для приготовления пищи. Кстати, вот у меня в офисе стоит вот большая 19-литровая канистра воды, я заказываю воду, и я ее открываю, я целиком вот эту упаковку, как раз ее хватает полностью на все 19 литров, поэтому у меня кондиционированная вода везде, и дома, и на работе. Что еще, зачем нам нужен коралловый кальций? Если мы употребляем такую воду каждый день, у нас достигается оптимальное значение pH крови, у нас снижается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, мы кровь насыщаем кислородом, нормализуем уровень сахара в крови, нормализуем артериальное давление, нормализуем работу почек и печени. Плюс, конечно же, это и профилактика артритов, и повышение эластичности мышц и суставов. То есть, в принципе, идет вот такое большое комплексное воздействие на наш организм. Следующие наши помощники, и мы не будем про них забывать, потому что они тоже ускоряют наши, как сказать, очистительные процедуры, да. Конечно же, я говорю в первую очередь про ножные пластыри Faberlic Detox. Я их очень-очень советую. Кстати, обратите внимание, да, то есть в этой коробочке у нас 5 пар, то есть фактически рассчитано на 5 раз применения. Мы приклеиваем их на ночь. И обратите внимание, когда вы получите вот такую коробочку, если вы их еще вдруг не заказывали, там прямо на упаковочке нарисована ступня с точками воздействия. То есть, приклеивая этот пластырь в разных местах на свои ступни, мы воздействуем на разные органы, мы очищаем разные органы. И здесь, смотрите, вот я когда первый раз их использовала, это на самом деле, то есть у меня просто был шок. То есть берешь там такой пакетик с какими-то травками, да, там просто приклеиваешь его на ступню, а утром ты его снимаешь, а он весь как будто в смоле в черный. То есть это вот он на себя вытягивает вот всю бяку из нашего организма. И я бы вот тоже часто спрашивают, какой курс на эти пластыри. Смотрите по себе, мы все очень разные, мы по-разному обращались со своим организмом. Пусть пластырь будет вашей, как сказать, лакмусовой бумажкой, да? То есть когда вы видите, что он уже не такой черный, то есть когда вы видите, что у вас где-то у вас уже осталось светлое место, да, уже не, как сказать, не запачканное вот этой смолой, значит, вы можете переклеить на другую часть ступни. Но всегда я сначала бы советовала приклеивать на середину, да, там, где у нас идет кишечник, где у нас идет печень, и в первую очередь все-таки повытягивать, помочь организму очистить эти органы. Дальше вы можете переклеивать и на пятку, там у нас и гинекологические проблемы, и ближе к пальцам. Кстати, вот тоже у меня такой вот интересный опыт с этим пластырем. У меня периодически бывают мигрени, и у нас кончики пальцев на ногах, вот они отвечают за голову. И я приклеивала пластырь именно вот так, чтобы у меня закрыты были пальцы.
То есть на самом деле, то есть у меня с каждым разом мигрень становилась все меньше. Конечно же, да, я использую все в комплексе, я использую Денос для того, чтобы облегчить свою жизнь, и нашу подушку, и одеяло Денос. Но тем не менее, вот, как я и говорила, всегда результат приносит именно комплексный подход. Поэтому используйте пластыри Detox, они на самом деле очень-очень хорошо воздействуют на наш организм. И следующий наш помощник – это десерт желе Гиполайт. Он предназначен для улучшения нормализации работы желчного пузыря и защиты печени. Также он помогает профилактике аллергических заболеваний. Когда еще можно применять десерт желе Гиполайт? Вообще, я бы советовала курсом его делать хотя бы раз в 3-4 месяца. На курс у нас идет 2 упаковки. Но, тем не менее, у меня дома всегда лежит упаковка Гиполайта, особенно в случае, если какие-то гости, шашлыки, какие-то праздники, застолья, до и после застолья. Вы выпиваете по одному пакетику Гиполайта, и вы помогаете своей печени справиться со всем тем безобразием, которое вы в нарушении программы, режима питания все это наели. Но бывают у нас такие моменты, конечно, когда мы приходим в гости, же нам, ну, под нас же не будут подстраиваться, да, и тоже, как я всегда говорю девочкам, да, если вас пригласили в гости, ну, тоже вот с супом или с кашей вы не придете в гости, ну, по крайней мере, будет смотреться не совсем вежливо к хозяевам, но и под вас не будут подстраиваться. Поэтому первое, что вы делаете, когда вы приходите в гости, вы осматриваете весь стол, и находите те блюда, те продукты, которые принесут вам минимальный вред. То есть вы исключаете все салаты типа оливье, вы исключаете, стараетесь исключить все салаты, которые заправлены там майонезом. Вы обращаете внимание в первую очередь на свежие овощи, вы обращаете внимание на салаты из свежих овощей, вы обращаете внимание на мясо, которое там, не колбаса, да, а именно вот мясо. То есть те продукты, которые принесут вам минимальный вред. И, естественно, вы стараетесь ограничить их количество все-таки. Да, все-таки размер порции, да, мы помним, и мы стараемся его соблюдать. Следующие наши помощники. И мы будем говорить уже дальше про уход за лицом, потому что в процессе снижения веса очень часто так бывает, что у нас страдает контур лица. Да, опять же повторюсь, если веса лишнего много, и нам надо сделать максимально много для того, чтобы поддержать свою кожу лица, да, чтобы сохранить ее упругость. И мы, конечно же, всегда будем использовать максимум все наши маски, которые идут с эффектом лифтинга. Это, конечно же, наши альгинатные маски, просто потрясающие. Используйте их обязательно. И если в обычном режиме, да, мы маски используем 1-2 раза в неделю, то в процессе программы, чтобы поддержать нашу кожу, чтобы улучшить ее упругость, вы можете использовать маски через день, чередуйте их. Очень хорошо воздействует наша новая линейка Express, да, Beauty Lab. Совершенно потрясающие эффекты, и лифтинговые, и очищающие. Конечно же, это и линейка ProLixir с гиалуроновой кислотой. То есть и там мы используем маску, из нее мы используем сыворотку. Мы используем сыворотку с коллагеном из Expert линейки. И вот буквально в следующем каталоге у нас появляются новые тканевые масочки, витаминные, и тоже там есть и лифтинг, и упругость, и очищение. То есть используйте максимально вот эти вот экспресс-средства, усиленный уход в период нахождения на программе, в период избавления от лишнего веса. Старайтесь максимально использовать все косметические средства, которые у нас есть для поддержания именно упругости кожи. Угу. Так, и следующий наш помощник, который нам нужен обязательно, просто без вариантов, конечно же, я говорю про физическую нагрузку. И здесь каждый из вас всегда выбирает ту нагрузку, которая вам максимально комфортна. Если у вас есть возможность ходить на фитнес, ходите.
ходите на фитнес, если у вас нет такой возможности, используйте комплексы для домашнего как применения, да. У нас на нашем канале, то есть я девочкам всем рекомендую с самого начала использовать планку, то есть упражнение планка, которое шикарно подтягивает все мышцы пресса, при этом оно затрачивает минимум времени. Когда мы только начинаем делать планку, это там буквально 20-30 секунд получается на ней постоять, и дальше мы постепенно увеличиваем количество времени, доводим до минуты, до полутора. Планки у нас есть нескольких вариантов, там на согнутых руках, на вытянутых руках, задняя, боковая. Используйте тот, кстати, вот сейчас про бодифлекс еще расскажу. На телефоне буквально недавно, наверное, как раз вот когда начался у нас марафон на нашем канале, на нашем чате, я скачала на телефон три приложения именно для физической нагрузки. Очень удобный комплекс, где за тебя еще и время посчитают и покажут, в каком порядке это лучше делать. Вот как раз один из комплексов – это планка. И там каждый раз они все разные, то с поднятой ногой, то с поднятой рукой, то боковая. То есть идет нагрузка на разные группы мышц, но основной, конечно, идет на пресс. Здесь же, то есть можно найти на телефоне, да, в Google Play или Apple Store, да, то есть можно найти любое приложение, в котором есть какие-то комплексы для физической нагрузки. Очень удобно. Но один из моих любимых комплексов, который я делала очень длительный период времени, это BodyFlex. И для меня он был удобен и комфортен именно тем, что занимает всего 15-20 минут в день. При этом не успеваешь сильно там не вспотеть, потому что упражнения больше такие статические, больше дыхательные. Но при этом очень хорошо подтягивается все тело. Ну и, конечно же, мы будем помнить о том, что у нас тоже есть товары для спорта, и компания Faberlic дает нам вот именно возможность подойти к снижению веса комплексно, поэтому используйте, конечно же, и наши, как сказать, нашу продукцию, да, из линейки товаров для спорта. Кстати, вот шикарная вещь – это прыгалка, которая считает еще количество прыжков. Классная вещь. Вот, поэтому используйте, всегда используйте комплексный подход. Что-то одно, да, дает результат, но не всегда такой, какой хотелось бы. Максимальный результат всегда идет только в комплексе. Вот, ну, а я готова отвечать на ваши вопросы. Часть из них мне уже принесли. Так, есть ли аллергия на травы? Если у вас есть аллергическая реакция, но вы же знаете, на какие травы у вас реакция, читайте состав. Конечно, если вам этот состав не подходит, вы его просто не применяете. Посмотрите тогда на пищевую добавку очищения, делайте акцент на ней. То есть всегда, если у вас есть склонность к какой-то пищевой непереносимости, всегда внимательно читайте состав. А худым можно такой чай очищающий? Да, конечно, можно. Он не связан со снижением веса, он просто помогает вашему организму очищаться. И я рекомендую вот именно очищающий курс такой вот хотя бы раз в полгода делать. Есть ли противопоказания по программе, при кормлении грудью, например? По самой программе противопоказаний нет. Есть противопоказания по пищевым добавкам. То есть чай, пищевые добавки из линейки Slim. Прежде чем это все применять, вы консультируетесь с врачом. Вы что, питаетесь только едой из пакетов? Когда я на программе ускорения, я питаюсь только из пакетов. Когда я перехожу уже из ускорения на перезагрузку, тогда, да, я добавляю себе один прием пищи из правил, но это обычно уже выход из программы. И, соответственно, когда я уже заканчиваю для себя, решаю, что я заканчиваю с программой, я постепенно перехожу на правильную, просто на обычное, на правильное питание. Но при этом я использую наши продукты как палочку-выручалочку. То есть у меня в офисе всегда лежат каши, супы.
И я не ношу с собой там какие-то тормозки, я не ношу с собой обеды, я не хожу там ни в какие кафешки, я просто ем то, что мне хочется съесть на обед. То есть в течение дня, если мне не хочется там сильно заморачиваться с приготовлением пищи, я могу совершенно спокойно заменить нашей едой. Но если я нахожусь именно на программе ускорения, да, это только наши пакетики. При ежедневном употреблении супов или каш Фаберлик обостряется хронический панкреатит. Есть ли какие-то рекомендации по применению? Возможно, есть противопоказания. Смотрите, наша программа снижения веса от Фаберлик была разработана для людей, у которых в принципе со здоровьем все в порядке. Есть только проблема с весом. Если у вас есть какие-то хронические заболевания, то прежде чем войти на программу, вы, естественно, сначала консультируетесь со своим лечащим врачом. Возможно, вам, но с другой стороны, панкреатит, да, то есть это режим питания всегда. То есть если вы соблюдаете режим питания, у вас все это потихонечку уходит. Но в любом случае все проблемы, то есть, смотрите, если берем беременных женщин, да, кормящих, у кого на грудном вскармливании, да, если у вас какие-то хронические заболевания, давайте будем помнить о том, что наша продукция не тестируется на беременных, не тестируется на кормящих, не тестируется на больных. То есть если вы просто логическое мышление свое включаете и при необходимости консультируетесь со своими врачами, чтобы они посмотрели состав, чтобы они посмотрели меню, рацион и обсудили с вами возможность применения этой программы. То есть всегда рассуждайте логически просто. Масло небяка, рафинированное, дезодорированное, вымороженное. Ну так используйте небяку. Слава богу, что сейчас у нас в магазинах достаточно огромное количество продуктов для правильного питания с нормальной обработкой. Выбирайте то, что для вас полезно. Каши все можно или только гречневую льняную? Конечно, все. То есть вы в программе используете всю еду, которая есть в компании Фаберлик. А если кофе не наш фаберликовский, его можно или эффект смажется? Дело в том, что, что в состав нашего кофе, кроме самого кофе, входят еще растительные экстракты. Поэтому, конечно, я бы советовала все-таки наш. Ну а дальше уже смотрите сами по своим внутренним ощущениям. Так, если нет чая, чем его можно заменить? Ну да, был у нас момент, когда чая не было, пили слим очищения. Конечно, немножко не тот эффект, но тем не менее он есть. Но тем не менее сейчас вот наш чай появляется вот на московском складе, по крайней мере он уже появился, я себе заказала. Вот, ну, соответственно, вы всегда можете узнать через обратную связь, если у вас на складе нет чая, то когда он появится. То есть, в принципе, с ним не должно быть никаких проблем. Можно ли все баночки слим использовать одновременно, то есть 4 капсулы одновременно? Мы более подробно про линейку слим будем говорить на следующей нашей встрече, но тем не менее я на ваш вопрос отвечу. Можно, кроме блокатора калорий. Блокатор калорий мы пьем до еды, остальные в принципе не принципиально. То есть блокатор калорий мы всегда пьем до еды, остальные 1-2 раза в день, то есть в тот момент, когда вам удобно. Про контроль ускорения можно подробней. Более подробно про всю линейку Slim мы будем с вами говорить на нашей следующей встрече. Сыворотка убирает живот. Ну, давайте так, мои дорогие. Чудес на свете не бывает. И сыворотка, конечно, немножко может уменьшить объем, она сделает вашу кожу более подтянутой, более эластичной, более упругой. Но для того, чтобы убрать живот, нужна физическая нагрузка, хотите вы этого или не хотите. То есть без физической нагрузки вы не уберете свой живот. От всей души советую использовать планку, шикарно подтягивает. Что эффективнее, патчи или сыворотка?
Не могу сказать, то есть по своим ощущениям я использовала и то, и другое, но патчи я использовала тогда, когда сыворотки еще не было. Вот, но мне, в принципе, понравилось то и другое. И здесь, смотрите, патчи, их же можно, ну, упаковки, вот если мы берем большие патчи для области живота, ну, их фактически вот на три ночи, да, то есть там три пластыря входят в коробочку. Поэтому то есть здесь смотрите по своим ощущениям. То есть я, например, могу подряд использовать только вот именно три вот этих вот патча для похудения. Потом у меня кожа не нравится, у меня кожа очень чувствительная. А сыворотку при этом можно использовать, она не вызывает никакой, ну, по крайней мере, у меня никакой реакции не вызывает. Поэтому здесь уже смотрите по эффективности, ну, мне кажется, примерно одинаковые. Какие физические нагрузки можно применять при снижении веса по программе? Если бег трусцой по утрам, то по сколько минут и сколько раз в неделю? Свои физические нагрузки вы выбираете самостоятельно. То есть я не фитнес-тренер, да, я не вижу вас, я не могу вот сказать, вот бегайте столько-то минут, там, столько-то раз в неделю. Вы прекрасно понимаете, что любая физическая нагрузка, она подбирается индивидуально. Я могу сказать только одно, главное, чтобы она у вас была. Потому что если не будет физической нагрузки, то есть ваши мышцы будут терять тонус, а им его надо. Вот тоже интересный вопрос. Да? Невкусно ваши супы и каши, для меня можно ли заменить привычными аналогами? Знаете, мне часто задают этот вопрос. Что могу сказать? Теоретически можно. Вопрос в другом. Когда мы варим там каши себе, сможете ли вы себя четко ограничить по количеству? То есть это не миска вот такая с горкой. Чем удобны наши каши, да? То есть вот она уже порция у вас готовая. Вам не нужно там ни весы доставать, да, взвешивать там, сколько вам можно съесть, сколько нельзя. То есть здесь уже конкретно идет ваш размер порции. То есть вы залили стаканом воды, вот они ваши 200 грамм. Если вы можете приготовить обычную кашу на воде, желательно без соли и без сахара, и, допустим, ну, если сильно надо соль, но чуть-чуть досолить, может быть, в тарелке, и возьмете кухонные весы, отвесите себе там 150-200 грамм, и не больше, не граммулькой больше, вы попробуйте, почему нет? Я всегда говорю о том, что наша программа, она удобна. То есть она не является там панацеей, единственное верное, да, решение, там, решение веса, проблемы веса. Она удобна тем, что она уже готовая. То есть ты взял себе, я когда нахожусь на программе, то есть у меня утро начинается с чего? Я подхожу к коробочке, достаю из коробочки, у меня там уже на несколько дней вперед разложен мой рацион. То есть я достала оттуда пакетики, в сумочку положила, пошла на работу. Я не заморачиваюсь, мне не надо ничего готовить. У меня холодильник пустой. Вот я абсолютно реально вам говорю, что когда я, то есть я живу одна, у меня абсолютно пустой холодильник, в котором лежит морковка и яблоки для моего кролика. Все. То есть даже если возникает искушение, ой, что-то хочется, открываешь холодильник, там мышь повесила, закрыла холодильник, пошла есть кашку. Вот, поэтому здесь уже вот так. Так, еще вопросы. При отсутствии желчного пузыря есть ли какие-то ограничения в приеме гиполайта? Консультируйтесь со своим врачом, чтобы он посмотрел состав. Можно ли принимать эту продукцию после удаления желчного пузыря? Саму еду, конечно, можно. Все, что касается пищевых добавок, вы консультируетесь с врачом. В принципе, я это уже вам озвучила. То есть, если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, вы всегда, прежде чем что-то применять, да, то есть еда, она есть еда, каши, супы, там, кисели, это еда, которую, естественно, можно всем. Но все, что касается пищевых добавок, все, что касается чая, если у вас есть проблемы со здоровьем, вы сначала консультируйтесь со своим врачом. Так, очищающий чай и фитокс можно использовать вместе, по какой схеме? Чай вы пьете либо до еды, либо через полчаса после еды, а фитокс вы всегда пьете на ночь.
Блокатор калорий я бы советовала все-таки до еды, потому что он блокирует именно поступающие калории. Как учитывать разный метаболизм у разных людей? У кого-то 2000, у кого-то 1300. Я не заморачиваюсь с подсчетом калорий никогда. То есть для меня самое важное – это режим питания, правильное питание и размер порции. И то, что вы в эту порцию кладете. То есть это вот, если это размер порции, да, это не тортик, да, со взбитыми сливками или жирным кремом, да, это белок, клетчатка, это может быть там, ну, то есть все что угодно, помните размер пищи и помните о том, что это все-таки правильное питание, которое несет вашему организму пользу. И помним о том, что мы едим, чтобы жить, а не живем, чтобы есть. И картиночку мне, пожалуйста, покажите. То есть вот смотрите, да, это чат и телеграм-канал «Стройнеем вместе». Если вам интересно, вы, конечно же, нас там можете найти. Как я уже сказала, там больше уже 1500 человек. И для тех, кто приходит на программу, такая мощнейшая поддержка в виде такого количества людей, активных, позитивных, которые точно так же, как и вы, расстаются с лишним весом, конечно же, очень много-много значит. То есть девчонки поддерживают друг друга, подсказывают, уже сами себе там отвечают на вопросы, то есть как бы уже знают, наверное, столько же, сколько и я. И делятся с собой рецептами из правильного питания для тех, у кого вот есть прием пищи, да. Поэтому если для вас важна поддержка, то, соответственно, пожалуйста, присоединяйтесь, у нас канал открыт для всех. Вот, ну что, на этом я заканчиваю с вами. Я хочу напомнить о том, что у нас по-прежнему идет продуктовый марафон «Фаберлик». Картиночку, пожалуйста. Вы видите хэштег, и вы размещаете посты, связанные уже с сегодняшней темой, с темой снижения веса, с темой программы снижения веса, и обязательно указываете хэштег «Продуктовый марафон «Фаберлик». И ждем, соответственно, розыгрыша подарков для всех самых активных. Ну и если у нас вопросов больше нет, то я на сегодня с вами прощаюсь и ждем с нетерпением нашей следующей встречи. Она будет у нас, насколько я помню, 3 августа. И мы с вами будем говорить про линейку Slim. Всего доброго, до новых встреч! Для себя найдешь ответ.